Начинается очередное предсезонное соревнование, и мы рады приветствовать вас на первом туре группового этапа. Сегодня команды получат отличную возможность порадовать болельщиков своей игрой и, конечно же, опробовать новых футболистов. Сегодня Челси встречается с River Plate. Итак, у нас начинается первый матч группового этапа. Да, ставки достаточно высоки, это будет очень интересная игра. Перед нами состав Челси. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Детская ошибка, просто подарил он мяч сопернику. Выбили у него. Решил пробить. Вы знаете, есть такая опция — тренировка удара. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Пока неплохо. Отличный отбор. Но мяч-то кому достанется? Некоторые считают, что на предсезонных турнирах главная цель не победить, а подготовить команду к предстоящим играм. Согласен ли ты с этой гипотезой, Георгий? Да, с одной стороны, это отличный шанс для команд обкатать новичков и наиграть новые схемы. Но что может лучше говорить о готовности клуба к сезону, чем новый трофей? Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Мяч вышел за пределы поля, и Челси будет вбрасывать. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Вот это здорово, отличная работа! Ударище просто. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Миши Бачуай. Смотрим начало этой атаки. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Миши Бачуай. Перехват в центральной зоне. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Это может быть опасно. Только что я говорил об их атаке, теперь уже надо переключаться на анализ оборонительных действий. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось, они просто потеряли мяч. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Хорошее оборонительное действие, и кто первым успеет к этому мячу. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Терпеливо ждут они своего шанса. Вот это удар! Мяч за лицевой линией, его ведет в игру вратарь. Атака продолжится через фланг. Абдул Рахман Баба. Челси начинает атаку. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Мяч летит в сторону ворот. Выходят они вперед в счете. Как по нотам была разыграна атака, и неудивительно, что она привела к взятию ворот.
Да, не получилось с первой попытки, зато удалось завершить атаку вторым темпом. Всегда массированная атака завершается вот таким логичным взятием ворот. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Ну а потом скажут, комментатор сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Какой перехват! Восторг! Потерял он мяч, но кому он достанется? Тут может что-то получиться. Атака продолжается, он словно и не заметил этого подката. Арбитр видел нарушение, но даст Челси закончить атаку. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Без всякой паузы мяч возвращен в игру. Ушел мяч. Аут. Миши Бачуай. Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. Удар! Опасно! Игра остановлена, штрафной. Выпускает тренер игрока со скамейки. Да, посмотрим, как себя проявит этот футболист на поле. Я добавляю 3 минуты. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Здесь защита справляется, мяч отобран. Миши Бачуай. Заканчивается первый тайм 1-0. Команда начинает второй тайм первого матча группового этапа Кубка American Challenge. Будем надеяться, что борьба получится не менее интересной, чем была в первой половине встречи. Может получиться интересная атака. Абдул Рахман Баба. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Красиво сыграно. И пас обратно. Скучновато. Хорошая игра защитника. Чисто сыгран. Ну, почти получилось отобрать мяч, но не вышло. Шикарный момент! Относительно легкий мяч для вратаря. Угловой в пользу Челси. Защитник справился с задачей. Мяч выбит. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Футбол быстрая игра. Только что они атаковали. Теперь надо бежать в оборону. Потерял он мяч. Но кому он достанется? Не прошел пас, хотя по мысли все было очень хорошо. Ждем судейского свистка, замена готова. Игрок стоит уже на бровке и ждет выхода на поле. Защита надежно играет, мяч отобран.
Можно продолжать атаку, ведь мяч у них. Миши Батшуаи. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Им позарез нужно забить, так что эта тактическая замена абсолютно оправдана. Еще много времени до конца матча, 30 минут. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Арбитр назначает угловой. Защита справляется. Отлично сыграно, надо решать. Ну что, может быть, навес? Ну что, игрок обороны здесь оказался в нужном месте и в нужное время. Поможет ли еще один угловой наконец ликвидировать разницу в счете? Готовится замена. На поле появится новый игрок. Аут. Пас пяткой, но его перехватили. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Ушел мяч. Аут. Это может быть опасно. Надо собраться. Там поле кончилось. Туда пасовать не надо. Какой-то, знаете, между собой. 20 минут до конца основного времени матча. Это замена по позиции? Думаю, это решение давно напрашивалось. Удар! Опасно! Не точно удар. И все. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. Неплохо. Удар! Вот это спасение! А вот и потенциальная возможность для того, чтобы добиться ничьей угловой. Тут защитник очень четко разобрался с этим навесом и не дал развиться атаке. А вот и тактические перестановки. Да, тренер решил несколько освежить игру своей команды. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Игрок уже готов выйти на поле. Остается только дождаться паузы в игре. Не прошла эта передача мяч у соперника. Тут может что-то получиться. Он бьет. И это гол! Перевес в счете вследствие перевеса в игре. Инициатива, мяч, территория, количество опасных моментов. Все на одной половине поля. Ну и вследствие всего этого на табло. Все шло к этому, и это был вопрос времени, когда они забьют. Гол буквально витал в воздухе. Ну, конечно, они лучшие. Они сами прекрасно это знают и не стесняются это сегодня демонстрировать. Игра идет, конечно, практически в одни ворота. Заменяют футболиста, а мы пока можем посмотреть повтор, запитываем мяча.
сильным дальним ударом в правый угол. Вот так был забит этот гол. 2-0. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Судья назначает штрафной. До конца игры совсем немного времени. Это может быть опасная атака. Отлично задумано, отлично исполнено. 5 баллов. Ждем судейского свистка. Замена готова. Игрок стоит уже на бровке и ждет выхода на поле. Отлично сыграно. Надо решать. Да, через такую защиту непросто будет прорваться. И голкипер отправляется в штрафную помогать команде на угловом. Вратарь ведет мяч в игру, покажет нам свой могучий удар. Может получиться интересная атака. И как пробил. Этот гол возрождает интригу в матче. Теперь разница в счете всего в один мяч. Это гол. Мотивация запредельная. И уйти от поражения все еще можно. Я думаю, время все-таки на последнюю атаку у них еще останется. Терять уже нечего. Надо всей командой идти. Последний штурм. Свистать всех наверх. Счет 2-1. Голо Канте. Челси идет в атаку. Тем временем соперник перехватывает мяч. Ну же, последняя атака. Не умерла еще надежда на спасение. И навес. Хорошая подача, но защита на чеку. Свисток арбитра, и победу одерживает Челси. Практически всю игру команда искала счастье у чужих ворот, и, похоже, соперник не до конца был к этому готов. Ну, знаешь, когда на тебя так неожиданно и эффектно нападают, конечно, можно и растеряться. Что в итоге и произошло. Он провел хороший матч, просто здорово смотрелся, я бы сказал. Сыграл он здорово, забил очень важный гол, заслужил победу вместе с командой. Тут больше нечего добавить.